Ребят, всем кум. Сегодня поиграем с вами в игрульку под названием «Чумная сказка». Так что всем приятного просмотра. Слишком медленно, а миссия? Как ты будешь следовать за лордом на охоте? Ты только для этого меня готовишь? Следовать за кем-то? Я обойду всех и умчу вперед, а они будут глотать пыль. Но для этого мне понадобится хорошая лошадь. Ты столько просила об этой прогулке. Почему именно сюда? Дерево. Какое дерево? Отец, яблоня. Я хочу еще раз пройти рыцарское испытание. Испытание? Ты знаешь, ну тебе уже не 10 лет. О, пожалуйста, папа, я столько тренировалась. Ладно, идем. Дерево там такое. Елка, сам ты елка. Слюни-ка налью. Краса гиени рвется в бой. Все его рвение объясняется голодом. Значит, у вас есть что-то общее. Да ты дерзишь. Давай, мальчик, ты найдешь добычу. Я в тебя верю. Не слишком-то надейся. Идем, мы ненадолго. Да, ребят, во время диалогов я буду молчать, чтобы было, как говорится, интереснее смотреть. Так что идем, сейчас будем проходить. Смотри, ленточка твоей матери еще здесь. Где? Здесь я сделал ей предложение. Да, папа, красиво. Знаю. Жаль, она не смогла пойти с нами. У каждого свои обязательства, Амисия. Твой долг, ты знаешь, в семье. Эй, ты не видишь, я разговариваю? Ха, твоя воля закон, шевалье де Рун. Берем! И добудь наконец хоть что-нибудь. Так, что я говорил? У всех свои обязательства. Я распоряжаюсь этой землей. Твоя мать заботится о твоем брате. А ты? Я тебя так мало вижу, а с мамой мы видимся и того реже. Послушай, мы здесь ради тебя. Так что за мной, дочка! Эй, подожди! Надеюсь, прощаю тебя с собой. Если Конечно. Думаешь, я буду за тобой бежать, то подумай еще раз. Так, сюжет игры будет заключаться в том, что нам нужно будет с нашей вот этой вот принцессой и ее младшим братом выживать. Что-то должно сейчас случиться будет с родителями. И мы должны будем попробовать выжить. Да яблон не была посажена в день твоего рождения. Она покажет, чего ты стоишь. Доблестный рыцарь, каковы условия испытания? Священные яблоки со священной яблони отравлены великим злом. Если уничтожишь 6 отравленных яблок, пока я сосчитаю до 10, я посвящу тебя в рыцари. Я принимаю вызов. Давай. Рядом со стволом есть камни. Сходи за ними. Так, скажи, ага. Когда будешь готова. Давайте заберем камушки, попробуем пройти испытание. Я, конечно, не уверен, я что готова. Я его пройду. Я докажу, что я уже не дитя. Тогда возвращайся. Становись за черту. Так, стрелять давай. Будешь отсюда. Слушаюсь. Итак, начали. Поехали. Раз. Раз. Два. Три. Но не спеши. Не спеши, не спеши, пожалуйста. Пять. Давай, я миссия. Даю, не спеши. Восемь. Так, а миссия стала истинным рыцарем. Девять. И давай, и пожалуйста. Там. Есть. Что я могу сказать? Признаюсь, я впечатлен. Но твоя проща чертовски шумная. Но это же подарок. Твой. Ах, да. Я забыл. Ох ты, что это с ним? Наверное, учуял кролика. Песель, ты куда? Быстрее! Беги вперед. Я следом. Мне за тобой все равно не угнать. Так, отлично, сейчас будем охотиться на кролика. Лео! Подожди меня! Так, пробел, чтобы перепрыгнуть. Окей. Лео! Охотничья собака не должна терять охотника. Согласен. Лео! Куда он селся? Так, пробел, побежали. Блин, какая все-таки вот красота, да? Обожаю такие игры. Надеюсь, что мы дальше не заскучаем что с вами. Что ты нюхал? О боже! Ля! Кабан? Кабан. Ты мой хороший мальчик. Амисия, он что-то нашел? Чш.
Смотри вон там. Не вспомни. Кабан. Дичь. Хватит на небольшой пир. Попробуй попасть из прыщей. Может сработать. Только подберись поближе. Если пригнешься, то сможешь укрыться в траве. Да, ну давай попробуем. Он пьет. Пора действовать. Тихо, тихо, тихо. Нет, он меня заметил. Стой. Найди способ подобраться. Пумба, стой. Нужно попасть ему в голову. Хорошо, нужно попасть в голову. Давайте попробуем. Да я понял. Я стараюсь. Не кричи хочу, на меня. Чтобы у нас был пир. Я знаю. У тебя получится. Ага, почти. Вот так. Спрячься в высокой траве. Да тихо, Снись. Да нормально. Чупоник. Голова. Нужно целиться в голову. Понял, хорошо. Если бы я еще видел эту голову, было вообще идеально. Так, вроде бы, да? Вроде бы нормально. Отлично. Ты всегда так метко бьешь, когда голова. У меня кончились камни. Рядом наверняка есть еще. Рано радуешься. Твой пир убегает. Нет, нет, нет. Вперед, Лио. Не потеряй след. Акуна Матата. Обещаю, сегодня нас ждет королевский обед. Нисколько в этом не сомневаюсь. Во. Ля, мыло закончилось. Теперь картинка получше стала, да? Шикарно. Так, побежали. Я иду, Лио. Не дай ему уйти. Побежали, тогда догоним кабанчика. Так, это что такое? О, нет. Ой, я тихо. Здесь завязан. Тихо, тихо. Давай в другую сторону. Кабан. Он истекает кровью. Тогда давай быстрее догоним его, чтобы Хрюша не мучилась. Замолчал. Видимо, нашел его. Да? Думаешь, он его уже кушает? Штаны были почти новые. Решил понямать, да, немножко? Кому-то не понравится. Да, нормально, постираем. Давай, побежали. Присесть. Алло, присесть. О, не, присесть. Все, умничка. Деревья? Что здесь произошло? Лио! Ко мне! Это... Это что, наш кабан? Это кабан? Но как? Леон не мог сделать такого? Жесть. Лио! Ко мне! Лио! Лео, удержись. Лио! Ля, не трогайте песь, не трогайте песеля. Это гробоиды, ребят. Это по-любому гробоиды. Кто помнит фильм про гробоиды? Плюсаните мне. Посмотрим, насколько старый ты. Я собираю охоту. Ты найди мать. Передай, что мне нужно с ней поговорить. Она, наверное... Заботится о Хьюго? Да, конечно. Амисия. Он был хорошим псом. Да, жалко пёселя. Так, давайте осмотримся. Что, мы куру можем поймать? А ну, иди сюда. Не? Ля, у нас сколько хрюш тут. Надо было охотиться на ту. Привет, как оно? Нормально? Понял, ну отдыхайте. О, леди Амисия, как ваша прогулка? Не сейчас, Флора. Скажи остальным, чтобы не ходили в лес до особого распоряжения. Поняла. Хорошо, я всем приветствую. Так, да. Капитан, леди Амисия, понятно? Так, давайте осмотримся, посмотрим, что у нас тут есть. Ну не знаю, чтобы сбить на столку. Ля, какой красивый. Все, хороший мальчик. Бонжур. О, госпожа Амисия, вы вернулись?
Тео, случилась беда. Собирай остальных и отправляйтесь к моему отцу. Ясно? Ясно. Кстати, я для вас поставил несколько мишеней за конюшнями. О, спасибо. Спасибо. Пошли посмотрим. Так, где-то тут? Это горшки, о которых мне говорили. Прощай со мной. Прощай со мной. Так, давай попробуем. Ага, а у нас камушков нету, ребят. А вот камушки, да? Отлично. Так, давай пробовать. Потренируемся. Неплохо. Все, шикарно. Мы победили, да? Так, ладно, идемте поищем маму и расскажем, что случилось. Так. А вы не хотите мне дверь открыть, не? Понял. Вы косите, что вы косите. Понятненько, ладно. Побежали. Братья Санти Себастьяне, избавь нас от зла. И даруй нам здоровье и отведи чуму от дверей наших. Донде стала библиотека? Окейушки. Позаботься о Лио, пожалуйста. Он заслужил место подле тебя. Даже если иногда он озорничает. Подле тебя? Прощай, или возле тебя? Ну, подле тебя, так подле тебя. Ладно, побежали. Надеюсь, матушка не сильно занята. Чем она может быть занята? О, здорово. Гуси, гуси, га-га-га. Ну, погоди. Есть, хотите, да-да-да. Это верно. Так, ладно, побежали. А, Габриэль, матушка наверху? Да, она ночевала там. У малыша опять случился приступ. Немножечко уважения можно, слышь? Блин, тебе повезло, у меня камушка нету. Ты гляди. Блин, реально красиво. Я знаю, что я пятый раз уже повторил, но... Реально красота. Так, матушка, матушка, налево либо направо? Давайте направо. Слыхала, что в деревне случилось? Людей искусали! И детей, боже! И кусают и только по ночам. Голод, война на пороге. А теперь еще и вампиры. Как же мы так нагрешили? Кровосися. Так, навряд ли это были вампиры. По идее, это были должны быть крысы. Корица. Я уже и забыла, как она пахнет. Правильно, что они так и далеко запрятали. Иначе отец добавлял бы ее в любое блюдо. Не зря же игра называется «Чумная сказка». А чума от кого может быть? Правильно. От крысок. Так, бонжур, матушка. Запах твоей еды согревает мое сердце. Ой, ничего особенного. Но думаю, вам понравится. Не сомневаюсь. Понял, не матушка. Ладно, побежали дальше. Ой, здравствуйте, госпожа Миссия. Я вас не заметила. Приветствую, госпожа. Серьезно? Привет. Я буквально минуту назад тут проходил. Понял. Надо будет их уволить. Так, побежали. Матушка, матушка, где матушка? Так, ты здесь? Не, не здесь, хорошо. Блин. Тут сенса странная какая-то. Луис, ты была у мамы? Именно так. А вы хотите ее видеть? Это важно. Приказ отца. О, если так, мне нужно закончить уборку в вашей комнате. Кстати, я кое-что оставила для вас на постели. Посмотрите, если желаете. Да? Спасибо. Где? А ну покажи. Где моя постель? Это... Та самая салфетка, которую мама сделала для меня, когда я была совсем маленькой. А я ее везде ищу. Спасибо. Так, нажмите Ша. Всегда пожалуйста, мил. Чтобы узнать больше. Специи. В те времена были редкие и дорогие. Не все могли себе позволить. Понял. Угу. Вышивкой. Окей.
Спасибо, конечно, за информацию, но это все. Так. Кто у нас тут? Просто не хочется упустить какой-то важный момент или предмет, который может здесь быть. Хотя, наверное, навряд ли в начале игры нам что-то будет давать. Так. Матушка. Мама? Ты же знаешь, что тебе сюда нельзя. Я знаю, но в лесу на Рио кто-то напал. Милая, я бы послушала о твоих приключениях, но у меня совсем нет времени. Говорю, собаку гробоиды занямали. Женщина. Но это правда. Лео лежал на земле, и потом его... Чш! Останься с братом. Почему? Что происходит? Закрой за мной дверь. И даже не думай открывать ставни. Что бы ни случилось. Но Хьюго... Он не заразен. И я понимаю, что ты едва знаешь его. Он будет хорошо себя вести. Поверь мне, Амисия. Да, мама. А если пожар у меня будет в комнате, мне тоже не открывать ставни? Вот это вопрос, конечно, хороший. Так, ладно, побежали. Нам нужно найти брата, да? Заперто. Так, заперто. Заперто. Интересно, где брат? Так, кто сколько это? Сколько он здесь? 4 года? 5? Так. Где он? Бонжур. Хьюго. Хьюго, ты где? Алло. Мама. Ля, какой маленький. Это я. Твоя сестра, Амисия. Привет. Не часто мы с тобой видимся. Мамочка скоро вернется. Давай, вперед! Он заговорил? Нет, лорд Николай. Он убил 2 наших. Я повторять не стану. Где твой сын? В надежных руках. Обыскать дом. Это мама? Жесть. Так, я следовать. Хьюго, иди ко мне. Ага, что происходит? Понял. Я знаю, что ты здесь, сучонок. У меня нет времени на эти игры. Не-не-не, нас тут нету. Где они их запрятали? Так, а куда нам идти? Сейчас. А где мама? Пошли. Где... Не высовывайся. Хьюго, это я, Габриэль. Иди ко мне скорей. Тихонечко. Эй, какого черта ты делаешь? Идем. Мальчишка, а? Оставьте его. Пошли. Заткнись. Он принадлежит инквизиции. Он просто дитя. Что мы сошли с ума. Нет, а? Что тут сложного? Вот так. А, нет. Так, куда? Умри, тварь. Дверь открыта? Нет, дверь закрыта. Учит тебе уроком. Нет, умоляю в окно. Вас. Нет. Хьюго здесь нет. А ты стой нахер. Идем. Я тебе, мать твою. Отвечай. А куда где? Идем? Хьюго Друн! Какие все нервные, ты гляди. Так, наверное, сюда, да? Ага, понял. До побачення. Миссия, что происходит? Мама, мне нужно найти маму. Она знает, что делать. Мне интересно, а мы бежать можем или нет? Или мы так и должны идти? Не, мы... О, Господи! Луиза! Бежать не можем. Жесть. Умоляю! Капец, и что делать?
Меня этим не возьмешь. Нужно идти. Не беспокойся. Не смотри. Мы служим. Так, а куда идти? Ага, дверь закрыта. Что ты тут прячешь? Здесь должны быть записи госпожи Деру. Тихо, тихо, тихо. Оставляй меня дальше. Больно. Я не знаю. Я только стираю белье. Слушай. Блин, а куда идти? Шанс. Скажи, что ты знаешь о записях твоей госпожи. Если бы и знал, ничего бы вам не сказал. Леди Беатрис, светлая душа. Ладно. Так, тут здесь была лестница. Ага, куда она делась? Что мне делать? А куда идти? Тут везде все закрыто, да? А, вот дверка есть. Так, давай. Пусть будет открыто. Отлично. Так, так, так. И куда это мы собрались? Чпоник. Мои дети. Что происходит? Все будет хорошо. Слышите? Идем. Хьюго, возьми сестру за руку. Я пойду первая, а вы следом за мной. Понятно? Понятно. Пошлите. Так. Нам придется пройти через сад. Амисия, держи брата за руку и следуй за мной. Молча. Ясно? Да. Так, понял. Стража, следите за выходами! Они повсюду. Доверьтесь мне. Хорошо. Прячемся в траве. Они нас не заметят. Подожди. Мамочка. Тихо. Не спали нас. Не, понимаешь, что как бы... Еще один. Кто это? Садовник. Он знает семью. Говорит, дети что, возможно, они не сильно умные, но не такой степени они тупые, правильно, чтобы не заметить нас. Я часто приносил ему. Цветы? Нам нужно не это. Взять его. Получилось. Прячьтесь. Так, вы слишком шумите. Они мне как семья. Я вам ничего не скажу. Идите к черту. Понятно. Так, ты первый. Так, и куда нам? Я не сюда, да, пришел? А я зайду попозже. А ты? Не смей умирать, у нас с тобой еще разговор. А куда идем? Ублюдки! Ага. Трусы! Понял. Ой, перестань. Ты разбиваешь. Нам надо на ту сторону. Амисия, помоги ему. Да, давай. Ладно? Спускайся осторожно. Робер Берон терпеть не может инквизицию. Даром, что мы стоим за тобой. Горстка крестьян. Долго еще? Расскажи нам все. Осторожно. Нас заметят. Да не заметят, все хорошо. Если я попаду по шлемам в ящике, твоя проща нас выдаст. Я могу просто кинуть камень. Так, чтобы бросить... Да, шум заметила. Так, control. А что мне нужно сделать? Ага, мне нужно малого сказать... Стой тут и помни, ни звука. Стой тут. Я тебя подожду. Нет, Амисия. Тихо. Проща нас выдаст. Ты права. Понял, вот так. Этот шум. Отлично. Вот как оттуда. Сори, ребят. Первый раз играю в игрульку и могу не все управление сразу выкупить. Ты же, Юга, как я тебя учила. Что с ним такое? Его болезнь пробудилась. Нам нужно спешить. Так, смотрите по сторонам. Брови снаряд, какой-нибудь метрический предмет. Он правая рука великого инквизитора. У гвардии не было капитана лучше. Хорошо. Так, а куда нам это можно бросить? Ага, вот, вижу. Мама, зачем? Что они от него хотят? Что это было? Вперед! Я проверю. Так, пошли. Осторожней там. Все-все-все, у нас тут нету. Нас тут нету. Блин, надеюсь, нам дадут какое-то оружие. Мама! Может перебросить один из этих горшков? Серьезно? Шум отвлечет его, и мы проскользнем у него за спиной. Что нужно сделать? Хорошо. Нажмите Tab, чтобы открыть горшок. Хорошо. Слушай, я вас, бедняков, знаю. У вас всегда припрятана звонкая монета. Так, это горшок, я надеюсь. Что там за шум?
Ну давай, иди посмотри. Ничего. Нет, нет, нет. Тише. Тише меня за руку. Дождик пошел, да? Блин, прикольный малый. Она заперта. Стой. Давай, 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 давай. В стене дыра. Да. Хьюго, прости меня. Я знаю, что тебе страшно, но если ты пролезешь через эту дыру, то сможешь открыть нам дверь. Кроме тебя с этим никто не справится. А что там? Просто открой дверь. Ты храбрый мальчик. Ты каждый день это доказываешь. А миссия отпустит твою руку. И ты быстро туда залезешь. Хорошо? Ладно. Так, нажмите Е. Будь сильным. Окей, значит, с помощью малого мы сможем открывать себе дверки. Возьми меня за руку. Давай. Давай, пошли. Пощады! Пощады! Стоп! Крики о пощаде не заставят тебя бежать. Достаю. Быстрее, парень! Так, и что делать? Алло. Бьет. Ага, понял. Блин, подожди нас. Ты видишь, детки не успевают. Так, нажмите спейс, чтобы перепрыгнуть. Окей. Подожди, я иду. А миссия, в следующий раз помоги мне. Прости, я... Боит мама. Что с ним такое? Приступ. Слушай меня, Хьюго. Ты знаешь, как это бывает. Глаза, моя голова. Слушай меня, дыши. Представь себе, ты вдыхаешь его, ты выдыхаешь. Вдох. Вот так медленно. Мама, нам нельзя здесь оставаться. Подожди немного. Тебе лучше к Юге. Я думаю, да. Что ж, надо идти. Иди, Мила. Это чисто профессор Ксавье, да? Начало. Можете сюда. Иду. У нее тоже вроде в детстве были такие припадки. Так, ну. Оп, вот так. Во, умничка. Спасибо. Пожалуйста, пошли. Только присесть нужно. Теперь можно идти. С Хьюго это слишком рискованно. Он медленнее нас. Там горшки. Я могу пройти. Отвлечь страшно. Одна? Да. Так у вас будет больше времени. Так, нажмите я, чтобы... Я скажу, когда вам надо идти. Будь очень осторожна. Хорошо, без проблем. Только вроде у нас, если не ошибаюсь, есть горшок. Не знаю, зачем нам еще один. Ну ладно, давай попробуем перелезть. Давай попробуем перелезть. Сделать. Маме с Хьюго нужно время, чтобы пробежать. Вот так. Нужно их позвать. Что там творится? Ну? Эй, сюда. Мы идем. Давай быстрее немножко. Лучше. Поторопитесь. Пусто. Поторопись-ка. Молодец. Сюда. Блин, надо было еще один горшочек собрать. Ну ладно. Отсюда выбраться. Остался один стражник. Чучело. Моя старая мишень. Но он подойдет сюда. Да, но мы можем подождать, пока он уйдет. Ладно, предоставьте это мне. Ага, понял. Так, давай. Что там за звуки? Сделаем так. Он сейчас подойдет, да, и когда будет назад идти, мы с вами... Так, дай сюда. Мы с вами уйдем. Ну все, все, давай. До побачення. Уходи. Уходи. Проваливай отсюда. Уходи, противный. Все. Быстрей. Умничка. Побежали. Вы живы? Сюда. Сюда. За мной. Милый мой, сюда, прячься быстрей. Госпожа, он здесь. Миссия,
Ты должна отвезти брата к Лаврентию. Доктору? Да. Он помогал лечить Хьюго. Он присмотрит за вами. А как же ты? Ты должна пойти с нами. Ты справишься без меня, миссия. Ты нужна нам! Нужна! Быстрее! Идите вдоль реки. Она приведет вас к Лаврентию. Мама, нет! Хьюго, иди за мной. Сейчас же. Сестру убей! Жесть. Никогда не понимала этого. Нельзя было с нами пойти. Так, тихо, ребята. Не останавливайся! Они догоняют нас! Почему все трясется? Ага, вернуться к контрольной точке. Что я делаю не так? Сестру убей! Мальчишку взять живьем! Что такое? Где мама? Так, что я делаю не так? Убегите от инквизиции. Беги! Как можно быстрее! Мальчишку брать! Не останавливайся! Они догоняют нас! Почему все трясется? Вперед, не сворачивай! Куда мы? Мама, просто беги! Амисия, надо вернуться и найти маму! Они не должны! Они не должны тебя поймать! Какого хрена творить? Берегите, парни! Глубоко! Прыгай!